Привет, друзья! С вами Ух ты кухня! Нужен быстрый обед? Тогда вам к нам! Сразу и начнем! Зажигаю огонь. На одну конфорочку ставлю кастрюлю. Наливаю примерно 1-1,5 литра воды. Вот так будет достаточно. Накрою крышкой, пусть закипает. А сюда сковородку на огонь. Немного растительного масла, пусть греется. Одну среднюю луковицу нарезаю на мелкий кубик. И уже могу выкладывать в сковородку. Перемешиваю и обжариваю до мягкости и прозрачности. А пока морковь на крупной терке. Сейчас, друзья, будет самый быстрый в мире суп. А какой вкусный! Без мяса! С секретными ингредиентами. Как только лук стал прозрачным, можно добавлять морковь. Перемешиваю и обжариваю все вместе несколько минут. Этим временем нарежу картофель. 2-3 штучки будет достаточно на мою 2-литровую кастрюлю. Быстро, хаотично нарезаешь. Да, в темпе вальса, как муж научил. Кстати, Сережка, в комментариях многие пишут, что режут картофель теперь по твоему методу. И суп получается, и борщ намного вкуснее. Он более наваристый получается. Да, краешки открываются, и получается такой наваристый-наваристый. Так что, Сережка, тебе лайк. Благодарю вас. Лук с морковью уже готовы. И сейчас, друзья, добавлю 2 столовые ложки аджики. Обычная домашняя аджика. На зиму всегда закрываю с морковью, с перцем. Она такая остренькая и придает блюду пикантный вкус. В нашей семье ее называют закусочная. Рецептом я делилась. Это рецепт моей мамы. Я его люблю с детства, поэтому делаю каждый год. Ссылочку я оставлю в описании, друзья. Прогреваю около 3-4 минут. А пока можно и крупу помыть. У меня это будет рис. Буквально 2 столовые ложки. Будет достаточно. Промываю. Готово. Ни до какой белоснежности доводить воду не нужно. Это же суп. Кстати, друзья, и вода закипела. Выкладываю картофель. И сразу же рис. Я не знаю, сколько он будет готовиться, поэтому все вместе. Наваристее получится. Перемешиваю. Накрываю крышкой, пусть готовится, чтобы было быстрее. Зажарка. Ну, еще немножко. Хочу, чтобы выпарилась жидкость и немножко прямо поджарилась. Тогда будет вкусный вкус. Знаю, что так нельзя. И все же это правда, друзья. Хозяюшки, если у вас нет такой аджики, не стоит расстраиваться. Можно добавить просто столовую ложку томатной пасты или полстаканчика томатного сока. Тоже будет вкусно. Когда жидкость выпарилась, зажарка хорошо поджарилась, образовались прижарочки, можно выключать нагрев. Она еще несколько секунд будет тут жариться. Что здесь? Прошло, друзья, 10 минут. Сейчас проверим. Картофель сварился, рис. И рис тоже. Можно смело добавлять нашу ароматную зажарочку сюда. Конечно же, бабушкина фишечка. Это ты б не ты была, если бы ты сковородку не помыла. Ну, сковородки же должны быть чистые. Правильно. И тебе работы меньше. Благодарю тебя за то, что ты помнишь об этом. Пожалуйста. А сейчас, друзья, секретный ингредиент. Тунец. Можно взять в масле, масло слить. Я его не люблю просто в нем. А можно в собственном соку. Баночки у меня маленькие, поэтому понадобится 2. О, смотрите, какой красавец. Не буду никуда перекладывать, прямо с банок в кастрюлю. Опа, аккуратненько. Хоть какое-то мясо. Ну да, Сережка. И вторую тоже. И вторую тоже. Вот так, можно мне? Сюда. Перемешиваю. Можно немножко в кастрюльке ложкой пошевелить. Друзья, посмотрите, какая красота. Какой наваристый и красивый суп. А как он пахнет. Сразу же лавровый лист и зелень. Немного соли по вкусу, потому что здесь и консерва, и аджика. Все хорошо перемешиваю и довожу до кипения.
Как только хорошо закипело, накрываю крышкой, выключаю нагрев и даю супу настояться 10-15 минут. А мы пока вкусняшку сделаем. Ой, ну какая же я все-таки хозяйка. Пока суп настаивался, я пирогов напекла. Посмотрите, какие мягкие. Как пух, никаких дрожжей. Рецепт покажем вам в следующем видео. Очень вкусно получилось. Ну а сейчас суп. Готовы? Та-дам! Опа! Ух ты! Да. Как раз настоялся. Ой, красота. Посмотрите, какой он наваристый. Класс? Класс. Насыпай. Все, Сережка, перемешаю и насыпаю. Опа. Все хорошо. Ой, еще парует, горячий. Это тебе, любимому. Ну, это мне, любимой. Мне, как всегда, в тарелку идут одни вкусняшки. Прям кусок рыбы. Значит, я буду второй раз. Добавку? Да. Конечно, будешь, потому что это очень-очень вкусно. Я сама не ожидала, что так вкусно получается с консервой с тунцом. Кстати, об этом супе я узнала из комментариев. Но там был с чечевицей красной и консервой. Мы попробовали и тот, и сегодня рисовый. Вкусно. Вот обязательно к приготовлению. Ну, а я беру большую ложку. С твоей тарелки, что ли? Ну, как обычно ты сюда делаешь. Ну, давай. Подую. Он еще горячий. И наслаждаюсь. Приятного тебе аппетита! Друзья, ну это очень вкусно. Ну, казалось бы, банка консервы и такой потрясающий вкус. Ставьте лайки. А я сейчас вам покажу, с чем у меня пирожки. Смотрите. Пушок. Оп. 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 Класс. С капустой. В рот. Вот это у меня сегодня праздник живота. Приятного всем аппетита, мирного неба, вкусной еды, мудрой жены и послушных детей. Друзья, сердечно вас благодарю за хорошие слова в комментариях, пожелания, благословения. Благодарю за рецепты, которыми вы делитесь, подсказки. Это просто потрясающе, да, Сережка? Сколько вкусняшек мы пробуем. Конечно, мы и с вами делимся, да, и с вами делимся. Все, давай обедать. А мы идем посмотреть сегодня вот таких динозавров. Вот такое идем посмотреть сегодня. Развлечение. А вот тут бычок, да? Какой? Да, вот такие бычки тут. Вот такими зверями была наполнена раньше наша земля. Какие здоровые они, а? А это кто? Это же не слон. Вместо слона. Крокодил Гена, а что же его на воде не поставили? Крокодил Гена, а? Хочешь прокатиться? Сейчас папа будет экстремальный вид спорта применять. Папа наш летит. Ну что, класс? Ну, прикольно, да? Еще раз хоть? Молодец какой-то, давай. Оп, и ты это сделал. Ставьте лайки. Вообще красавец. Ух, скажи, жарко сразу так. Ух. Теперь ты давай. Давай. Давай, давай. Вот это зарядка. Может, дома гупачку поставить такую? Мама как ребенок. Так вот, смотрите, перевернутый дом.
Видно? Вверх ногами все. Перевернутый. Даже велосипед. Туалет, все остальное. Да, туалет, все остальное тоже перевернуто.